где Милана и мама? Я не знаю, они куда-то делись. А чё у вас темень такая, ребят? Странно, и выключатель не работает. Где мой телефон? Эй, дома есть кто? Ребята? Милан, Дань, Вероник, вы где? Ребята, это уже не смешно, вы где? Я серьезно, куда все делись? Чё за фильм ужасов, ребята, это не смешно. Вы чё, со мной прятки решили поиграть? Блин, ну так, может позвонить? Позвоню Дане сначала. Где? Часы здесь, а Дани нет. Дань, это я, папа, это автоответчик. Господи, часы же у меня в руках, что я делаю? Даня, Милана, вы что, в комнате или где вы? Дань, ты дома? Никого. Ничего не помню. Что такое? Папа! Даня? Что ты тут делаешь? Я кричу, да вас не могу докричаться, а ты еще и в наушниках. Папа, я. Ты пришел, а я тут играю. Даня, я там кричу, до тебя докричаться не могу, а ты в наушниках сидишь. А что со светом? Почему дома света нет? Не знаю сам. Я и выключился. А где Милана и мама? Почему ты тут вообще торчишь в этом шкафу? Я не знаю, они куда-то делись. Куда делись? Ладно, а может ты что, на что-то мягкое сядешь? На кроватку хотя бы? В общем, сиди здесь, я пойду их поищу. Ладно. Кстати, Дань, а ты темноты-то не боишься? Нет, я включу фонарик. Милан? Ты тоже где-нибудь в шкафу засела? Выходи. Блин, что за шутки, ребята? Вы что, со мной решили в прятки в темноте поиграть, что ли? Я не могу понять. Может, под кроватью? Странно, нет. Неужели когда не в шкафу? Вот в шкафу, из. Что странно, почему дома света нет? Никогда такого нет. Папа? Я до тебя уже кричу так столько. Ты что тут сидишь? Напугала меня. Я чуть не обкакался. Я сама чуть не обкакалась. У нас в доме выключили свет. Я знаю. Что ты тут торчишь? Да я испугалась и убежала в шкаф. А мама где? И Даня в шкафу. Что вообще случилось? Я не знаю, где мама. Я, короче, играла. А потом я... Эй, почему, когда я... кричал Милана, Даня, вы молчали! Потому что я думала, что это какой-то монстр пришел за нами, или какой-то воришка, который как три поросята. Ну, насмотришься своих этих роликов, монстр пришел. Вот, короче. Все понятно, ладно, трусишка, детишка, пойдем за мной. Ладно, пойдем. Ну что, я надеюсь, теперь не так страшно? Да, но только теперь не страшно только в зале. А вот везде страшно. Смотри, как в коридоре темно. Вдруг там монстр с ножом такой, мы выходим туда. Поэтому надо и там включить свет. Ну как, я не знаю. Ну вот, я испугалась, короче. Позови Даню лучше. Ребят, ну и чего вы все попрятались? Темноты вообще не надо бояться. Господи, это же страшно. Что страшного? Может, какой монстр? Да, потому что монстры живут на темноте. У вас страхи в голове, надо их побороть. Темнота это тоже весело и задорно. Можно даже поиграть классно в темноте. Да ничего не видно, даже можно удариться головой об что-нибудь.
А давай я вам выдам фонарики. Ау, давай! Мы будем как ты ходить с ней. Да, и не будем бояться темноты. Конечно! Друзья, ну а если вы не боитесь темноту, вообще прям не боитесь, то обязательно поставьте лайк. Давайте посмотрим, сколько нас таких людей, которые вообще не боятся темноты. И обязательно подпишитесь на наш канал. Ну что, вот ваши фонарики. Даня, это твой. Милан, это твой. И у меня есть фонарик. Теперь вам не страшно? Да. Вот теперь классно. Только вот я что-то кушать захотел. Я тоже. Я тоже. Заглянем, посмотрим, что у нас в холодильнике. Кстати, раньше в холодильнике всегда был свет. Да, а сейчас даже здесь выключилось. Даже в холодильнике нет света. О, смотрите, у нас есть смузи. И у нас есть куча орехов. Давайте с ягодами покушаем. А я возьму шоколадку. Окей. И когда бабка Гренни схватила его там за шкирку, у меня всегда дубина мощная была. И как замахнулась на него с этой дубиной. Потом она услышала какой-то шорох, пошла, шла-шла и свалилась в коврик прям, прикинь. Ну, в общем-то, вся история. Ее больше никто не видел? Вообще, она прям там, по-моему, уснула, осталась. И она лежала там, а тот чувак ушел. Да, хорошо, договорились. Завтра я буду. Все, спасибо. Угу. О боже, а что такая темнота? Алло, кто-нибудь дома есть? Да, мы здесь. Дома. Это ты что ли там, как Гренни? Да. Дверью скрипишь. Угарный. Я не поняла, что у вас тут происходит и вообще, почему вы тут без света сидите? Мы не знаем, он сам пропал. Я, кстати, вообще не понял, а ты где была? Я прихожу. Дети одни дома, в темноте, электричества нет. Что вообще происходит? Ты мне можешь объяснить? А я на маникюрчик ходила. Вам нравится? Мам, конечно, маникюр зачетный, но ты так со стеной не играйся, конечно, а то как-то жутко ты так делаешь. Ладно, не буду. Так, ладно, я все поняла. А что вы тут в темноте делаете? Вообще-то тут уже поели. Я считаю, детей ужином покормил. А так, не знаю, света нет уже, по-моему, очень давно. О, а угадайте песню. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Это же кожаные штаны, я угадал. Теперь я следующая. Да, у вас неплохо получается. А давайте вот это угадаете или нет? Два, три, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Не виноват я, ребята, не виноват. Так, ну куда же вы спрятались? Здесь у нас нет. Пойду-ка я в эту спальню зайду. Hello, where are you? Я как Гренни тут уже. Здесь кто? Здесь нет. Попалась! Нечестно! Что нечестно? Нашел тебя! Нечестно! Нечестно! А тебе тоже честно иду! Честно! Слышь ты! Ты даже фонарик убрала! У тебя такие глаза красные в темноте, капец. Ты как вампир. Данюшкин, ты где? Господи боже, ты мой! Ты меня напугал! Да перестань!
того, что споткнулся и зашел в темноте, так еще и чудо-монстр. Ай, моя спина. Мама, твои робота-помощники меня угробят. Ты просто хочешь, чтобы я вышла из-за своей засады. Не дождешься. Надо фонарик выключить. Так, Данюшка, ну все-таки ж куда ты спрятался? Ой, Лаки, а ты что, дома? А когда я тебя звал, ты даже мне не гавкнул. Ну ладно, выходи, будешь со мной помогать Даньку искать. Давай. Куда он опять в своем шкафу спрятался? Лаки, пойдем сюда со мной. Лаки, пойдем со мной искать. Да ты чё, парень? Ты засел там же, что ли? Да. А кто не в другом месте? Я выиграл. Ну я да, я Милану первую нашел. Вероничка, чика-чика, ты где спряталась? Странно. Да! Здравствуй! Спряталась, да? Я испугалась! Все, давай, теперь ты, Гуля. Ладно. One eternity later. Не знаю, ребят, я по всем соседям прошелся, ни у кого нет света. Даже не знаю, что делать нам теперь. Это тоже не помогло. Спасибо, что живой. Слушайте, а что, это хорошая идея. Давайте все вместе сегодня пораньше ляжем спать. Я уже, считайте, Люк, я спать хочу. Спокойной ночи, мать. Спокойной ночи, папа. Мои ноги! Мой компьютер! А как же спать пораньше? Да ладно, какой спать? Какой, мам?